Всем привет! Сегодня попробуем закипятить, точнее сварить яйца в пластиковой бутылке. Оказался в такой ситуации на съемной квартире, когда уже переезжаю и все вещи вывез, и ничего не осталось, а поужинать нужно. Итак, делаем отверстие в бутылке любым образом. Наливаем воду и просто ставим на газ. Я так еще не пробовал, будем пробовать вместе. Но есть много мифов, что бутылка с водой никогда не прогорит, она будет деформироваться, но не прогорит. Сейчас все это проверим. Итак, начинается самое интересное. Бутылка деформируется и, по-моему, что-то получится. Процесс идет. Похоже уже на такую первую стадию закипания. Кстати, дырку в бутылке я просто пропалил. Прорезать ее уже было нечем. Так что варим яйцо абсолютно в пустой квартире, абсолютно без каких-либо кухонных предметов. Но что-то, по-моему, начинает идти не так. Что-то зашипело. Наверное, бутылка все-таки прогорает. Да. Обидно. Обидно. Бутылка прогорела. И ничего у нас не получилось. Зато теперь мы знаем, что бутылка с водой все-таки может прогореть. И яйца в ней сварить нельзя. Этот миф мы разрушили. Теперь мы знаем, что это не вариант. Ну, будем искать, думать какой-нибудь другой способ выйти из этой ситуации. И я не останавливаюсь на этой неудаче. И нашел выход. Просто взял черпак у соседей. Так что подключайте смекалку, креативность и коммуникабельность. И все у вас получится. Вот он, 100% способ закипятить яйца, когда нет ничего. Пока.